Я на диете сидела почти всю неделю. Занималась я спортом, я не ела пельмени. Вот коварная пятница, в дверь постучала. И все, что мне нельзя, блин, в пакет напихала. Я устояла, девчонки, закрыла я двери. Я ей фиг показала, ведь я же сильней. И наступил поздний вечер, ко мне пришла туса. И вот тут я сломалась, как вершина Эльбруса. Нет, я не буду это есть. Нет, нет, я не буду это пить. Девочки, блин. Тусим сегодня, я забила на складки. Со стола все сметаю, будто я лихорадка. Сорвалась, ну и ладно, зато отдохну я. Жизнь-то одна, нафиг я паникую.